Юридические консультации, услуги психолога и педагогическую помощь в этом году получили 1500 семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Новые меры поддержки такого сопровождения обсудили сегодня в областном управлении соцзащиты. Также в рамках этой программы специалисты проводят рейды, в результате которых и выявляют социально незащищенные семьи. В 2017 году на места мобильные группы, состоящие из психологов, медработников, сотрудников соцзащиты, выезжали без малого 2000 раз. Они посетили почти 8000 семей, и каждой оказали необходимую помощь. В целом в нашем регионе действует более 130 видов соцподдержки. В этом году ей воспользовались 350 тысяч жителей области. Не могут правильно написать заявление. Не хватает знаний, не хватает социального какого-то роста. Вот, поэтому люди, которые приходят, они нуждаются в этом. И когда мы приходят, наши дети вместе с родителями, и там с мамами, там, или с папами, по-разному, наши центры реабилитационные, то они когда приходят, то там вот именно, на мой взгляд, именно там должно вот это сопровождение быть полностью, так сказать, получено. Важно, чтобы вот эти изменения всегда, они были согласованы, и вот эта машина, скажем так, да, вот эта вот межведомственная поддержка семей, она работала без сбоев. И вот периодически как раз мы и собираемся для того, чтобы сверить наши часы.